Russell and Summer. One, two, three. Let's go! Every week, Russell and Summer presents the best dance tracks. Best house releases of the week for you right now. Добрый вечер, друзья! Раз в неделю в это время я говорю вам эти слова. Меня зовут диджей Руслан Север, и вы со мной в компании ближайшие два часа. Максимум современной популярной музыки звучит в нашем радиошоу «Электрошок». Кстати, программе исполнилось 5 лет, и в честь этого события я отправляюсь в российское турне по городам вещания для того, чтобы увидеть вас на танцполах, для того, чтобы вы могли посетить фирменные вечеринки «Электрошок». Первое такое мероприятие состоится уже завтра в Уфе. Открывается тур. Подробно о расписании я вам расскажу. Также хочу сказать, что сегодня в эфир вышла в честь 5-летия обновленная версия программы «Электрошок». Теперь с каждой неделей, с каждым новым выпуском будут появляться новые разделы, новые рубрики. В общем, следите за изменениями нашего шоу. Что ж, друзья, об этом, обо всем мы еще поговорим. Я думаю, пора начинать. Хочу сказать, что сегодня в гостях ветеран танцевальной сцены, мега-звезда, резидент лейбла Subliminal Ричард Грей. This is Richard Grey live from Miami, and you're listening to Russell and Summer on Electro Show. We'll be right back.
знакомство с Оловом Басовским состоялось в конце 90-х. Но, правда, оно было заочным. Тогда в моей коллекции стали появляться его пластинки. Великолепные хаус-релизы он выпускал, и вот, спустя много лет, когда хаус-музыка стала вновь востребована и интересна, он вспомнил свои навыки, и именно его композиции «New Day» мы сегодня распечатываем «Электрошок». Вы в компании Руслана Севера во время эфира, да и вне его. Общаюсь с вами, всегда отвечаю на ваши вопросы, где бы я ни был, слава богу, интернет-технологии позволяют. ВКонтакте .ru/DJSever, facebook.com/RuslanSever, пишем одним словом. Теснить шведскую хаус-мафию в популярности. Ремикс от Avicii. Hi, this is Avicii, and you're listening to Electroshock with Ruslan Seva. Что сегодня в гостях в «Электрошоке». Да, кстати, это «Электрошок-шоу» в студии, я Руслан Север. Так вот, сегодня в гостях Ричард Грей. Давайте несколько сломаем ритм, добавим брейкса. Это я уже проделал. «Whiskey Pete is your show». «Hola, if you see me». How you doing, girl? Wanna slide beat to my place tonight? Greatest day comes to the attic. I can see you in a little bit and we can both handle this. Take me to disco, come on boy, let's go. Yeah girl, that's what I'm talking about. Time to hit the club and freak out, no doubt. Shake it, I wanna dance. Watch the next bitch, give me the blend. We all up in the spot, man, rolling in. We get it red hot, man, stop.
step in. Pour up in the spot, killing cats in the section. We don't give a fuck, man, move to this shit. Turn it up loud, let me bounce up real quick. Riding on the block, man, shit's gonna pop. We don't give a damn, man, party not stop. Holla if you see me and I'm rolling out the block. Yeah, holla if you see me, cause you know we gon' stop. Holla cause I'm rockin' like a bull and cheat. My voice, your ears, don't you like how they feel? Your flash and shit so accurate. So you better step back, can't handle it. Yeah, we hold it down, got the sound all right. Collect my check and stack my props. Yeah, holla if you see me and I'm rolling out the block. Yeah, holla if you see me, cause you know we gon' stop. Holla cause I'm rockin' like a bull and cheat. My voice, your ears, don't you like how they feel? Your flash and shit so accurate. So you better step back, can't handle it. Yeah, we hold it down, got the sound all right. Collect my check and stack my props. Итак, завтра начинается тур, посвященный радиошоу «Электрошок». 5 лет мы вместе в одной компании. Что ж, друзья, жду вас завтра, 19 февраля, в Уфе, в клубе «Театро». Именно оттуда я отправлюсь по 20 городам вещания. А уже на следующей неделе, 25-го, ожидаю вас в Рязани и клубе «Неолит». 26-го жду в Твери, клубе «Культура». И вот вам еще один горяченький трек. Это ремикс Hook and Sling на наших соотечественников Hard Rock Sofa, которые записали вместе с Odd Brothers. Трек под названием Blow Up. We'll be right back.
Savior presents Electroshock. This is Ruslan Sever. One, two, three, let's go! Electroshock. Every week, Ruslan Sever presents the best dance tracks. Best house releases of the week for you right now. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Это электрошок-шоу «5 лет». Встречаюсь с вами в рамках данного проекта в российском FM-диапазоне. На сегодняшний момент шоу транслируется практически на 40 радиостанциях. В трех странах – России, Армении, Украине. Есть планы по расширению. 120 городов нас слушает. Всем говорю спасибо, всем желаю отличного настроения и продолжаю знакомить с самыми интересными танцевальными мотивами этой недели. Я думаю, постоянные слушатели программы заметили сегодня некоторые изменения. Дело в том, что «Электрошок» отказался от рубрик, от тем 2 часа. Только современной популярной музыки. Не будет тематических разделов, не будет деления музыки на стили. В общем, в каком направлении мы двигаемся, я думаю, в правильном. Поживем и увидим. Больше интерактива, больше гостей. В общем, больше информации получать вы будете однозначно. И еще, сегодня запустили, правда, пока в тестовом режиме, новый сайт ruslansever.com. Every week Ruslan Sever presents the best dance tracks. Best house releases of the week for you right now. Now. Насчет The Best House Releases. Действительно, сейчас звучит работа, которую можно назвать одной из лучших хаус-композиций, которая появилась на минувшей неделе. Называется она «Кабея». Записана Фелькам Дауном. После всех этих морозов, пробок, заторов на дорогах, быстрее бы лето, быстрее солнечные дни, совсем немножко осталось. Что ж, друзья, хочу напомнить, что еженедельно в программе принимают участие звезды мировой танцевальной сцены. Сегодня это будет резидент клуба «Паша» на Ибице, автор многочисленных треков, клубных гимнов, резидент крупнейшего хаус-лейбла мира всего, Subliminal, это Ричи
Ричард Грей. И еще одна новинка. Великолепный хаус-грув, такой, который звучит сейчас, мог записать только Мэттер. К примеру, такой, как Ричард Динсдейл. Он это и проделал. Представляю его новое произведение, которое называется «Did You've Got My Love?». This is Richard Gray live from Miami and you're listening to Ruslan Sever on Electro Show. You are my love.
Если вы хотите задать мне свои вопросы, сделать это действительно можно и проще простого. Нужно добавить меня в друзья ВКонтакте или Фейсбуке. vkontakte.ru/djsever facebook.com/ruslansever. Кстати говоря, о своих страницах буквально на медне совместно с компанией Pioneer именно на этих ресурсах опубликовал новое видео. Посмотрите, я думаю, вам будет интересно. Добро пожаловать! Далее в программе Room 24 Round and Round. Ремикс из сердца Швейцарии, Цюриха, от Криса Риса. Hello, we are Chris Reese. And you are listening to Electroshock with Ruslan Sever. Пластинки, я диджей Руслан Север. И признаюсь, знаете, по старой памяти, по тем, так скажем, традициям, которые сложились за 5 лет, следующую композицию я отложил для раздела Hot Mix. Просто фантастический грув всегда делает этот человек. Делает так, как не делает никто. Это Вали Лопес. Знаменитый испанский продюсер явил свету свой новый шедевр под названием American People. Hola, good evening, this is Wally Lopez. DJ Sever. Rock on. Thank you.
Atomic Dance Floor Bombs. Electric Shock. We are the American people. Remember us? We the people. We lend them our power. They will not rule over us. No, they won't. Americans will not be ruled. That's right. And Americans will not bow down to any foreign entities. And we know that they want us to continue to play the game. But we tell them right now, we will not play the game. And we will not go away quietly into the night. We will stand and we will fight. We are America. Электрошок-шоу. Радиошоу отмечает 5-летие. Отмечаем мы его посредством тура завтра, 19 числа. Жду вас в Уфе в клубе театра. Тур пройдет по 20 городам вещания. И сейчас я готов вам огласить ближайшие выступления на февраль и март. Итак, 19 февраля Уфа, клуб театра, 25 февраля Рязань, клуб Неолит, 26 Тверь, Культура, 5 марта отправляюсь в Туймазы, клуб Центр, 7 Нефтекамск, клуб Трюн, 12 марта Нижнекамск, клуб Титан, 18 марта Нижний Новгород, Мила, 19 марта Заволжье, клуб Шоколад, 26 марта город Орел, клуб Сфера Т. И еще несколько слов о выступлениях. Летом встретимся на двух фестивалях, уже точно, в Самарской области, ГЭС-фест, а также на Азовском море, на Азов-фесте, на российском Казантипе. Кстати, если вы хотите видеть меня на Казантипе, напомню, сейчас идет голосование. Те диск-джокеи, которые по итогам всего голосования попадают в сотню и будут выступать. Ссылку найдете на моей странице ВКонтакте и Фейсбуке, vkontakte.ru/djsever, facebook.com/ruslansever. Вновь к музыке в самое ближайшее время. DJ Sever presents Electroshock. Do you wanna hear the top music? The number one Electroshock. Если вы только включили радиоприемник, то, во-первых, хочу пожелать вам доброго вечера, во-вторых, сказать, что это электрошок-шоу, и, в-третьих, пригласить побыть с нами в одной компании, настроиться на позитивный, отличный лад. Лучшие танцевальные шедевры звучат здесь, те работы, которые появились за минувшую неделю. Меня зовут диджей Руслан Север. И сейчас хочу представить вам, пожалуй, одну из самых ярких работ за минувшую неделю. Это новое произведение небезызвестного диск-джокея-музыканта, проживающего в Голландии, который облечен славой. Это Фиделя Грант. Давайте вместе оценим его автосейв. Через 10 минут в гостях Ричард Грей. Hi everyone, this is Fiddler Grant, and you're listening to Electroshock with Ruslan Seba. We'll be right back.
думаю, в первую очередь себе Фиделя Гран давно доказал, что он просто талантливый человек, а нам-то уж тем более. Его работа «Autosave», кстати, которая звучала последние 5 минут в «Электрошоке», лишнее тому подтверждение. Что ж, завершается первый час программы совсем скоро, через 5-7-8 минут. У нас Ричард Грей. Слушайте интервью и его сет в начале следующего часа. Come along, children. Now we're going to have a little music. Like old time, like old time. Я уже говорил сегодня о том, что программа вышла в обновленном виде. Я думаю, постоянные слушатели это отметили, заметили. Так вот, от одного раздела все-таки отказаться я не смог. Это Music Like Old Times. В этом разделе звучат те композиции, на которые мы можем все-таки сквозь призму времени посмотреть и сказать, да, действительно, это музыка на все времена. Сегодня предлагаю вспомнить композицию 2005 года от Эрика Фридза. Вернее, от его проекта Прида «Shadows». This is Eric Fritz, and you're listening to Electroshock Radio with DJ Sebra.
DJ Xavier presents Electroshock. Ruslan Sever presents. One, two, three, let's go! Ruslan Sever presents the best in dance music from around the world. Одни из самых талантливых, интересных продюсеров, диск-джокеев, музыкантов участвуют во второй половине программы, в самом ее начале, в гостевой. Не стали менять мы этот распорядок, решили сохранить и так гостевая в обновленном электрошоке. И сегодня я пригласил принять участие очень интересного продюсера, родом из Франции, который проживает в Испании. Это Ричард Грей. Его творческая карьера началась в середине 90-х, а уже в конце 90-х он выпускался на крупнейшем мировом лейбле Subliminal. Именно тогда его имя и узнал мир. На сегодняшний момент это признанный, состоявшийся продюсер. Очень интересный диск-жокей со своим вкусом. Очень харизматичный. В общем, все вы сможете узнать о его музыкальности и сеты, которые он подготовил. А о последних новостях из интервью, которое я записал на днях, предлагаю его послушать. Ladies and gentlemen. The special electroshock guest. This is Richard Gray live from Miami, and you're listening to Ruslan Sever on Electro Show. Сейчас я в Майами. Здесь тепло, 27 градусов, нет никаких пробок. Я только что вернулся с пляжа. В Майами я прилетел не отдыхать, а заниматься музыкой. Готовлюсь как следует здесь поработать. Я продолжаю свою работу с Subliminal Records. Эрик Морило, глава компании, сейчас тоже в Майами. Поэтому на данный момент для меня лучше места и не найти. Как вы знаете, с Subliminal я работаю давно, с 99 года. Первая работа называлась Deep Down. Сейчас я работаю над несколькими ремиксами и над несколькими новыми треками. Но раскрывать их я пока не стану, так как это секрет. Но скоро вы их найдете. Моя работа с Subliminal Records началась с того, что я отправил свое промо на этот лейбл 11 лет назад. А на Ибице я бываю только в летнее время. Я очень люблю это место. Я бываю там уже 7 лет подряд, там очень круто, и там все мои друзья. Сейчас больше работы в Америке, и самые интересные вещи происходят именно здесь. На Ибице хорошо летом, в июне-июле, август-сентябрь тоже неплохо. Но после завершения сезона там абсолютно ничего не происходит. Если ты хочешь быть в теме, зарабатывать деньги, то Майами тебе подходит, так как здесь великолепная танцевальная сцена, и, кроме того, ты можешь очень быстро перемещаться по штатам. Много рейсов в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, куда хочешь. Из современных музыкантов я предпочитаю слушать Фэт Джека, Томаса Эксета, Авичи. Сейчас очень много молодых талантов музыкантов. Каждый год появляются новые имена. Постоянно происходит что-то интересное в хаус-музыке, и ее качество от этого растет с каждым днем все выше и выше. Кстати, очень скоро я буду играть в России, на следующей неделе. В двух городах. Первый город – Уфа. Второй город я не помню, но совершенно точно в следующие пятницу и субботу, 24 и 25, я буду в России. Вообще, следить за моими выступлениями просто. Facebook Richard Gray или richardgray.net. А вообще, вам поможет Google. Наберите Richard Gray и найдете все ссылки. Напоследок я хочу сказать, следуйте за Ричардом Греем и Фэт Джеком, и точка. This is Richard Gray live from Miami, and you're listening to Ruslan Sever on Electro Show.
Севера. And you're listening to Ruslan Seber on Electro Show. We'll be right back.
Electroshock. This is Ruslan Sever. One, two, three, let's go! Electroshock. Every week, Ruslan Sever presents the best dance tracks. Best house releases of the week for you right now. Гостевая с Ричард Греем в «Электрошоке» позади. Отдельное спасибо. Думаю, такую музыку возможно играть, если ты живешь только на Ибице. Ровно через неделю, кстати, у нас еще один очень интересный гость. Это арт-директор московского клуба «Дискотек», владелец лейбла «What's Up». Это диджей Данила. А весеннюю серию распечатают «Sneaky Sound System». Но об этом подробнее несколько позже. Далее в программе представляю новинки прогрессив хауса. Начнем с очень красивой романтичной работы, которая записана Себастьяном Грейгом. Постоянные слушатели ее уже могли слышать. Называется она «Wherever». Напомню, что записи всех выпусков на ruslansever.promodj.ru. Публикуются они еженедельно в понедельник, ровно как и плейлисты.
Hi, it's Romy Adler. Hi, I'm DJ Sydney Blue. Hi, this is Paolo Mojo, and you're listening to the Electroshock Radio Show.
общаюсь с вами. Доступен ВКонтакте и Фейсбуке. vkontakte.ru/DJSever, facebook.com/RuslanSever. Кстати, очень скоро, буквально в понедельник, вы сможете меня легко находить в интернет-пространстве. Дело в том, что начинает регулярную, постоянную работу, наконец-то, новый сайт. Он будет располагаться по адресу ruslansever.com. А позади один из новых релизов Spinning Records, пожалуй, самого продуктивного лейбла на сегодняшний день. Работа под названием Voodoo. Естественно, все вспомнили Prodigy и Voodoo People. Свое видение представил этого шедевра Austin Leeds. Thank you.
Андреа Бертолини. Его ремикс на Flippers Golden Choice. Позади. И мы двигаемся постепенно к финалу. Самые горячие работы я припас именно на финальную часть. Кстати, совсем скоро вы сможете услышать и новую работу Нейди Али, совместную со Стакилос и Алексом Кенджи. А сейчас представляю просто термоядерный ремикс Аксвелла и Томаса Голда на Hard Rock Sofu. Hi, this is Lucian Ford. Hi, this is Peter Gallagher. Hi, this is Paul Harris. Hey, this is Eric Fritz, and you're listening to Electroshock Radio with DJ Sebra. Get it twisted. It's Electroshock. This is
Ruslan Sever. One, two, three, let's go! Every week, Ruslan Sever presents the best dance tracks. Best house releases of the week for you right now. Итак, вынужден констатировать тот факт, что время, отведенное программе «Электрошок», практически на исходе. Чуть более 10 минут в запасе, есть чем удивить. Две очень интересных работы вас ждут. Но прежде чем их представить, хочу напомнить о том, что завтра в Уфе начинается тур, посвященный 5-летию нашему шоу. Я встречусь с вами в самых разных городах, в самых разных клубах. Надеюсь, все мероприятия пройдут очень здорово. Итак, завтра, 19 числа, жду вас в Уфе в клубе театра. 25 числа в Рязани в клубе «Неолит». 26 февраля в Твери клубе «Культура». 7 марта в Нефтекамске клубе «Трюм». 18 марта в Нижнем Новгороде клубе «Мила». 19 марта в Заволжье клубе «Шоколад». 26 в Орле и клубе «Сфера Т». В общем, увидимся на танцполах. Это произойдет совсем скоро. Что ж, я хочу представить вам еще две новинки под занавес. Начнем с проекта совместного Stakilos, Алекса Кенджи и Надя Алин. Работа называется Pressure. В общем, забабахаем отличный финал. So much heat, so much hustle. They want me.
Итак, пора расставить все точки над «и». Во-первых, хочу поблагодарить Ричарда Грея за участие в радиошоу. Во-вторых, напомнить, что ровно через неделю в гостевой диджей Данила. Также хочу сообщить, что весеннюю сессию программы откроет проект Sneaky Sound System. И финальная работа в электрошоке. Я хочу вам представить просто потрясающую работу, которая пришла с лейбла Duty Sauva. Не часто, но все-таки выпускает он работы, однако всегда они качественные и интересные. Новое имя для меня, возможно, и для вас, Джереми Аландер, австралийский музыкант. Трек называется Ace Taylor. Очень красивая композиция, глубокий саунд. Наслаждайтесь. До сего момента в студии был я, диджей Руслан Север. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Напомнить о том, что в понедельник вы сможете скачать сей выпуск программы на моей страничке на promodj.ruslansever.promodj.ru. Вот, пожалуй, и все. Пора говорить до свидания. Встретимся ровно через неделю. Чао. Hi, this is Peter Gallagher. Hi, this is Paul Harris. Hey, this is Eric Fritz, and you're listening to Electroshock Radio with DJ Sever.
DJ Sevier presents Electroshock